Вот прочла все русские книжки в нашей библиотеке, все пять. И тут узнала, что, оказывается, много тысяч книг из русской библиотеки в Эспо теперь доступны по всей Финляндии. Ну, я отправилась в библиотеку говорить с Томасом, нашим единственным библиотекарем. Зашли мы с ним на сайт helmet.fi в раздел русскоязычной библиотеки, распечатали и заполнили регистрационную форму, а потом Томас достал запылившуюся печать и шлепнул ею по бланку. По своим внутрибиблиотечным каналам Томас отправил мою заявку в Эспо. В Эспо мои книжки упаковали в специальный почтовый пакет и отправили нам в библиотеку. Сегодня пришла забирать свой заказ. Очень просто, удобно и совершенно бесплатно.